Заболел. Ну все, давай поехали. Говорят, что серьезно больна, но ей не нужны лекарственные смеси. Вы должны быть вместе, вы должны быть вместе. Она пленительный, сочный котлет, но так далека, как другая планета. Ты тоже не прост, невзирая на рост и на твой рыжий до температуры спала. Тут уфо можно сделать и постельный режим. На всякий случай.
Собачка! Ути, ути, иди сюда! Собачка, на! Вот, иди ко мне, смотри, что я тебе дам, смотри. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, смотри. Вот, ну, иди, иди, иди сюда. Вот, иди сюда, давай, давай. Ugh.
Ой, ну что творится, что творится? Выписывать надо. Что держать-то здесь? Как выписывать-то? Только вчера поступила, и уже выписывать? Нет, ну подождите, ну так же не положено. Нет, ну надо хотя бы пару деньков подержать, а лучше недельку. Надо понаблюдать, посмотреть, а то знаете, что-нибудь случится, а вам потом отвечать. Ой, да ну что вы, я же вижу, что все в порядке. Нет, ну было же, ну было. Знаете, Ольга Павловна, если бы вы съели 10 мороженых, с вами бы тоже было. С вами Жираф ТВ. Что у вас происходит? Что-что? На выписку. Собирайте вещички. Говорят, что серьезно больна, но ей не нужны лекарственные смеси. Вы должны быть вместе, вы должны быть вместе. Она пленительный, сочный котлет, но так далека, как другая планета. Ты тоже не прост, невзирая на рост и на твой рыжий хвост. Эй, парень, рыжие усы, тронулся пояс, пробили часы. Она так скучает и не замечает, и не различает и вкус колбасы. Не сбейся с пути, забудь про сосиски. Твой друг уже близко. Ищи, ищи! Твой друг уже близко. Мне нужен только ты. Мне нужен только ты. Мне нужен только ты. Тронулся пояс, пробили часы. Она так скучает и не замечает, и не различает и вкус колбасы. Вкус колбасы. Мне нужен только ты. Мне нужен только ты, мне нужен только ты.